Новое лицо 60-летней Ларисы Долиной привело фанатов в ужас. Ее не узнать. Главней всего погода в доме. Звучал золотой голос Ларисы Долиной практически из каждого радиоприемника. И в далекие 90-е обнадеживал молодое поколение и поколение наших родителей. Но на эстраде происходит естественный отбор. На смену одним звездам приходят другие. Кто-то и не фанат Ларисы Долиной, но нужно сказать, что эта певица уж точно не относится к звездам-однодневкам. Ее песни еще будут долго звучать, и не только в караоке-барах. Поклонники прежде всего ценят звезду за ее незаурядный талант и шикарный голос. Но вот буквально недавно 47-летняя Анжелика Варум собрала самых прославленных звезд в честь выпуска своего нового альбома «Женщина шла». Среди гостей была также 61-летняя Лариса Долина. Правда, из модификации внешности певицу практически невозможно было узнать. У артистки кардинально изменились черты лица, и ее легко теперь принять за другого человека. На лице Долиной как будто было написано, что она вышла из кабинета пластического хирурга. Однако сравните новые фото с более ранними. Оказывается, бывают случаи, когда пластика идет лишь на пользу. К сожалению, в погоне за молодостью знаменитая российская певица утратила свою индивидуальность.